Полицейская академия 3. Переподготовка. Еще один такой звук, Джонси, и я залеплю тебе рот навсегда. Эй, ты! Забудьте о сегодняшнем дне, как о кошмаре. Никто и не ожидал, что вы уже готовы к работе. Да, и мы это доказали. Ну, это не полный провал. О, конечно, нет. Одна полицейская, две гражданских машины полностью разбиты. Три человека подали жалобы, два члена комитета находятся под действием успокоительного. Но это, конечно, не полный провал. Бармен, как насчет шампанского для меня и моих помощников? У нас праздник. Давай уйдем отсюда. Нет. Это напрасная трата шампанского, сэр. Что на этот раз ты придумал, Махони? Потому что вы не можете отличить обычное пиво от шампанского. Знаешь, что у вас обоих нет мозгов. Держу пари, проигравший платит. Согласен, Махони. Ладно, налейте пиво в такой же стакан. Не возражаете, если завяжем глаза? Зачем? Чтобы не подглядывали. Правильно. Вы что-нибудь видите? Нет. Уверены? Нет, я не вижу ничего. По кругу, по кругу. А теперь отгадаете. Шампанское. О, он выиграл. Он всегда выигрывает. О, нет. Нет, хорошо, мы заплатим. Все, ребята, уходим. Уходим. Вы два идиота. Вы показали им, сэр. Проктор. О, сними это. Нет, нет, не надо, медленно. Быстрее, тогда не так больно. Больно. Со мной все в порядке. Будет чудесно выглядеть. А вот и зеркало вон там. У меня нет бровей. Где мои брови? Вот здесь, сэр. Сэр, это будет очень, очень хорошо. Да? О, да, да. О, потрясающе. Получается здорово, очень мило. Вам это понравится, сэр, я думаю. Да? Да. Дай-ка мне посмотреть. Пожалуйста, взгляните. Дай мне посмотреть. Так, так. Я не могу разглядеть. Смотрите, так. Не могу, черт тебя подери. Пожалуйста. Ну, что вы скажете, сэр? Мне идет.